На 10 тысяч населения у нас интенсивный показатель был 5,1 при эпид-пороге 29, то есть меньше практически в 5 раз. И на сегодняшний день конкретно, вот на 1 февраля, он составляет 1,8 при эпид-пороге 37, то есть в 20 раз практически ниже. Сработали прививки, потому что привитость детского населения более 80%, 89%. В Анапе привито 40% взрослого населения. Санитарные врачи говорят, что такого уровня вакцинации достаточно, чтобы не допустить серьезных вспышек гриппа. Тем не менее, бдительность надо сохранять. Относительно опасный период продлится до конца февраля. Медики просят анапчан внимательнее относиться к здоровью, при первых же симптомах болезни обращаться к врачу.